Как настроение? Всех поздравляю с первым днем весны. Да, здорово. Как меня видно, слышно? Я смотрю, что некоторые не знали, что за видео идет. Это видеосъемка с Шри-Ланки. Нас компания в ноябре, простите, возила в Шри-Ланку полностью за свой счет. И в этом году нас компания везет в Доминикану, тоже за свой счет, и всех, кто успел открыть и подтвердить золотого директора. То есть до 4-го каталога, если вы открываете золотого директора, то вы едете с нами в Доминикану. Если же вы хотите ехать с семьей, с мужем, то нужно открыть и подтвердить рубина. Да. Кто его видел, конечно, здорово и, конечно, классно, но не всем не поня... но не всем понятно, что же за слонов вам показали, да, перед поздравлялками. Я вас всех зову в Доминикану. Всех, кому осталось чуть-чуть и маленько, пожалуйста. Вот. И, конечно, если мы с вами не успеваем, то ничего страшного в этом нет, потому что в 2018 году компания опять же нас куда-то повезет, и мы можем тогда с вами вместе поехать. Вот, поэтому растем, подтверждаемся, получаем хорошие деньги и ездим за счет компаний в разные страны мира. Итак, сегодня у нас с вами будут поздравлялки. Это каталог номер 3. Разрешите представиться, меня зовут Кононова Аня. Мы по итогам каталога номер 3 подтвердили старших национальных директоров. Вот, и сейчас я вас буду всех поздравлять. Но, конечно, перед этим я сделаю внеплановое объявление и немножечко расстрою новичков у наших дорогих лидеров. Так получилось, что у нас почему-то перестали последние два каталога абсолютно работать вот эти вот большие распечатки, по которым мы поздравляли наших VIP-консультантов, наших дорогих VIP-консультантов. И, конечно, спасибо огромное за поздравления. И, конечно же, наших дорогих лидеров от 3% и выше. Да, сейчас нам на самом деле очень сложно, и мы очень стараемся все данные восстановить, очень стараемся всех поздравить, но, скорее всего, это будет, наверное, не раньше, чем на следующей неделе. На самом деле распечатка просто не идет, просто не грузится, и просим, конечно же, прощения, в первую очередь перед директорами. И, дорогие директора, знайте, что второй каталог подряд у нас не лады с распечаткой, да, то есть не по нашей вине мы не проводим эти поздравлялки, да, лидеров от 3% и наших дорогих VIP-консультантов, но будем стараться исправить. В обратную связь мы уже отписались, поэтому очень прошу не обижаться на нас и не расстраиваться, мы все восстановим обязательно. Да, директора, конечно, могут поздравить свои структуры, комната реально классная, мне она очень нравится, камера очень четкая, вот, камера очень четкая, вот, и по секрету скажу, я даже немножко расстроилась, что я не нанесла тональный крем на свое лицо, думала, и так сойдет, а до такой степени четкое изображение, что уже пожалела. Вот. Итак, у нас с вами сегодня каталог номер 3 закончился, но еще никто не подводил итоги, поэтому мы с вами сейчас поговорим о наших реально мощных, классных, больших, впечатляющих цифрах. Товарооборот нашего проекта, интернет-проекта Faberlic Online, составил 492 тысячи баллов. По итогу этого каталога, да, каталога номер 4, мы уже перешагнем 500 тысяч баллов, это 100%, да, и это просто невероятно круто, что мы, считайте, интернет-проект Faberlic Online начал свое существование примерно 3 года назад, да, мы с мужем на проект пришли 2 года назад, и уже такие невероятные результаты, да, то есть те, кто работают и работают постоянно, это просто супер, да, я думаю, что к концу года миллион мы с вами сделаем легко, да, потому что в интернете очень удобно работать, и самое приятное, что мы работаем официально, легально, у всех, кто открыл договор с компанией, идет стаж, да, и это, конечно, здорово работать
работать официально с идущим стажем прямо дома. Очень, очень просто круто, да? И, конечно, за неделю у нас проплачивается по проекту 246 тысяч баллов. Да, то есть вот так вот круто, много и просто невероятно классно мы с вами растем. Конечно, это все благодаря вам. В первую очередь, интернет-проект Фаберлик Онлайн хочет сказать и поблагодарить наших лидеров, веру в себя, веру в проект, веру в то, что вас обучают, и это обучение на самом деле качественное, да, и, конечно, все благодаря вам, дорогие коллеги, дорогие директора, дорогие лидеры. Тут в этом результате есть частичка вашего труда, и это нужно понимать, что без вас не было бы таких невероятных, да, да, не было бы таких вот результатов, если бы не вы, да, если бы вы в себя не верили, не верили бы ни в проект, ни в компанию. Это, конечно, с вами мы все трудности преодолеем, и все у нас с вами будет хорошо, и мы будем с вами расти и расти. Да, комната супер, да, ну вот сейчас эта комната точно на год будет наша. Итак, значит, итоги каталога номер 3 тоже впечатлили по притоку новичков, потому что каталог был всего лишь 2 недели, но на наш проект пришло 6373 человека. Да, это в среднем в наш проект регистрируется 455 новичков в день. Вы представляете эту сумму? 400 новичков в день. Обалдеть, да? Я думаю, это вообще здорово. Итак, далее, значит, всего по структуре у нас с вами тоже народу прибавилось, и сейчас наша структура уже не 50 тысяч, а 63 тысячи 623 человека на нашем интернет-проекте, да, и это всего лишь за несколько лет, это не за 10 лет, это меньше, вот какие мы с вами молодцы, вот сколько народа хочет работать дома и в интернете, да, вот мы недавно разговаривали с мамочкой в декрете, которая пришла, она говорит, боже мой, это невероятно круто, мне не дают места в садике, но я могу работать, официально зарабатывать, у меня идет стаж, у нее кончились выплаты, да, он говорит, у меня идет стаж, и я просто счастлива, что мне некуда деть ребенка, пока место в садике не подошло, но я, говорит, работаю, зарабатываю, вот это тоже, как бы, да, дорого стоит, вот, да, вот для таких мамочек, которые вот и хотят работать, и деньги нужны, а садик место не подошло, и ребеночка деть некуда, да, вот вы согласны? Вот, поэтому на самом деле все молодцы, и работают у нас даже те люди, у которых есть ограниченные возможности. То есть в интернет-проекте Фаберлик Онлайн нету преград, да, смотря просто сколько у вас времени на работу, да, все растут по-разному, директора кто-то открывает и за 63 дня, кто-то директора открывает за год, да, то есть мы с вами и растем, как хотим, и работаем, как хотим, и зарабатываем, сколько хотим, это просто здорово, да, то есть смотрите, в структуре нашей, да, 17 тысяч человек сделали и оплатили свои первые заказы, это активность новичков проекта, это примерно каждый четвертый пришедший, да, делает заказ в регистрацию в каталог, да, то есть вот эта вот сумма мне тоже очень-очень нравится. И, конечно же, у нас с вами есть новое звание. Не смотрите, что каталог был 2 недели, да, мы с вами все пережили трудности с доставкой, да, до платьев от Юдашкина, да, у нас были трудности. Первые дни каталога не работал сайт, но мы с вами все равно молодцы. И несмотря ни на что, мы с вами открываем новое звание. И, конечно, новое звание у нас открыла Лилия Бондарчук, она открыла старшего лидера 12%. Молодец! Лилечка, мы тебе аплодируем, потому что в 2-недельный каталог это просто невероятно круто. Следующее звание у нас открыла Елена Нурмагомедова, извините. Да? Вот. Она тоже открыла старшего лидера 12%. Молодец, это просто великолепно, круто. Классно. Ольга Власова тоже открыла старшего лидера, да, несмотря на все сложности. Татьяна Калентьева 12%, Татьяна Мизгулина 12%.
Да, Марина Никандрова 12%, да, то есть смотрите нашу географию, есть и Россия, есть Украина, Беларусь, да, Елена Привалова тоже новый топ-лидер 12%, а еще у нас подросли топ-лидеры, и Ольга Лапченкова открыла уровень вице-директора, это 15%, это уже 1500 баллов по структуре, от полутора. Настюш, тебя забыли? Ай-яй-яй. Ну, может быть, мы тебя не туда, да? Настюш, какое у тебя звание? 15? 12 ты открыла, да? Не знаю, вот все фотографии, которые сбросили, конечно. Настюш, поздравляем тебя с 12%. И в следующем каталоге мы тебя ждем на доске почета сразу с 15 каталогами, да? По итогам четвертого каталога обязательно ждем. Ольга Назарова, вице-директор, 15%, Казахстан. Елена Амбросимова, старший вице-директор, да, то есть смотрите, там уже разрыв между 15 и 19 идет 1000 баллов, но Елена показала этот результат в двухнедельный каталог. Светлана Дударева, тоже старший вице-директор, 19%. Молодцы, девчонки. Да, вот Елена Коробейникова, старший вице-директор, 19%. Светлана Острелина уже открыла директора, 23%. Молодцы, вот ни перед чем лидеры не сдаются. И не важно, что целые недели от каталога не хватало, да, не важно ни на какие сложности и трудности. Прям, ну, молодцы, девчонки, растут. Ириночка Попова, директор, 23%. Елена Прилепина, директор, 23%. Это мы сейчас с вами поздравляем новых директоров. Любовь Медведева, старший директор, открылся, да, у нас на проекте, двухнедельный каталог. Ну и, конечно, Танюша и Саша Распоповы. Это просто невероятно замечательная пара. Все, кто видел историю успеха Тани и Саши, знают, как им было тяжело, как они стартовали, но эта семейная пара прям очень живет дружно, классно. Мы с ними виделись в Москве на ассамблее в прошлом году. И, конечно же, их не сломил двухнедельный каталог, да, и не сломил их лидеров, и они легко и просто открыли бриллианта. Не зря я на прошлой планерке для топ-лидеров назвала Распоповых бриллиантами, потому что, ну вот чувствовала я, что вот-вот, да, хотя я не вижу их структуру, но вот как-то, вы знаете, ощущала, да, вот что вот скоро-скоро они станут бриллиантами. Поздравляю, Танюша и Саша, я представляю, как вам было сложно, потому что на самом деле это круто. Почему не там поставили? Да, то есть вот новые бриллиантовые директора. С уровня бриллиантового директора, подтвержденного бриллиантового директора, лидеры начинают получать уже бонус стабильности, да, и бонус развития за всех своих подтвержденных под ними директоров в размере 30% от каждой премии. Вы представляете сейчас, какой еще у них дополнительный вид дохода открылся. Они теперь не только зарабатывают бонусы за структуру, да, бонусы квалификационные, да, директорские бонусы, да, бриллиантовый директор, это 6 директоров, да, в первой линии, вот, но еще и они будут получать бонус развития. Это просто круто, да, то есть с уровня подтвержденного бриллиантового директора будет им еще и это раз в год суммы падать. Я вот хочу сказать, что в прошлом году нам упал первый раз бонус развития. Он был, муж, напомни, пожалуйста, сколько? Более 100 тысяч рублей точно. Да, конечно, есть на кого равняться. И Танюша с Колей сделали невероятный двухнедельный каталог. Да, они не только, да, 141 тысячу. Это русские рубли, дорогие коллеги. Вот. Итак, сейчас мы с вами поздравим 12% лидеров, которые тоже молодцы, которые подтвердились. Да, и это дополнительно, Валентина, это дополнительно раз в год сумма падает. Понятно, что в этом году она будет несколько раз больше. Да, то есть вот такой вот бонус развития с уровня бриллианта. Понятно, что Саша с Таней выиграли поездку в Доминикану, и они уже точно туда едут, и мы с ними увидимся там, и будем загорать вместе. Да, это тоже невероятно здорово.
здорово, да, то есть такие люди позитивные должны быть всегда вместе с нами. Вот. Итак, давайте же поздравим наших старших лидеров. Уровень 12%. Что же это такое? Это товарооборот от 1000 баллов. Да, это уже замечательно. Но тут не все старшие лидеры, тут не все будут лидеры. Почему? Потому что мы поздравляем только тех, кто работает самостоятельно, да, только тех, у кого структура растет с помощью их рук, да, то есть есть люди, которым повезло, и они попали под поток регистраций и имеют процентный уровень. Так вот, эти люди, которых мы сейчас поздравляем на вебинаре, они росли практически самостоятельно, что очень уважительно, да. Да, у кого свои веточки выполняют критерии. Да, вот это на самом деле так. Поэтому мы с вами поздравляем не просто старших лидеров, а лучших старших лидеров. Да, дорогие коллеги? Поэтому аплодисментов прошу не жалеть. Итак, Диана Авдеева, старший лидер, 12%, Россия. Валентина Аломская, старший лидер, 12%, Россия. Людмила Андрушкевич, старший лидер, 12%, Беларусь. Ирина Бажина, старший лидер, 12%, Россия. Светлана Бачурина, старший лидер, 12%, Россия. Татьяна Богатур, старший лидер, 12%, Россия. Какие все красавчики, да, и красавицы. Татьяна Борисевич, старший лидер, 12%, Беларусь. Елена Варяница, старший лидер, 12%, Казахстан. Анастасия Вилочева, старший лидер, 12%, Россия. Дарья Винник, старший лидер, 12%, Украина. Оксана Геворкян, старший лидер, 12%, Россия. Ксения Гладкова, старший лидер, 12%, Россия. Наталья Грицюк, старший лидер, 12%, Россия. Оксана Гуцева, старший лидер, 12%, Россия. Иван и Ольга Гущины, да, тоже смотрите, семейных пар на нашем проекте прибавляется и прибавляется. Старшие лидеры, 12%, Россия. Елена Донник, старший лидер, 12%, Казахстан. Светлана Дударева, старший лидер, 12%, Россия. Роза Емельянова, старший лидер, 12%, Россия. Райя Забайдулина, старший лидер, 12%, Россия. Дарья Забелина, старший лидер, 12%, Россия. Расима Загирова, старший лидер, 12%, Россия. Все. Нет, не все. Диана Иванова, старший лидер, 12%, Россия. Кристина Истомина, старший лидер, 12%, Россия. Зоя Камыхина, старший лидер, 12%, Россия. Анастасия Кананыкина, старший лидер, 12%, Россия. Конечно же, дорогие лидеры, я прошу прощения, если я неправильно ставлю ударение на вашей фамилии. Да, я думаю, вы меня простите. Людмила Кирсанова, старший лидер, 12%, Беларусь. Валентина Ключникова, старший лидер, 12%, Россия. Ирина Кобелева, старший лидер, Россия. Екатерина Коротовских, старший лидер, 12%, Россия. Алексей Кузьминский, старший лидер, 12%, Россия. Олеся Куимова, старший лидер, 12%, Россия. Светлана Кукла, старший лидер, 12%. Надежда Курилова, старший лидер, 12%, Россия. Яна Лаврентьева, старший лидер, 12%, молодцы. Людмила Ладная, старший лидер, 12%, Россия. Наталья Ларина, старший лидер, 12%, совсем еще юная девчонка, да, а уже скоро директор. Нателла Лаубган, старший лидер, 12%, Россия.
Ладная Людмила уже на 15. Людочка, поздравляем тебя. Извиняемся. Людочка, поздравляем с 15%. Людочка, огромная умница. Да, молодец. Ирина Лебедева, старший лидер, 12%. Россия. Юлия Левашова, старший лидер, 12%. Россия. Александра Ломакина, старший лидер, 12%. Россия. Галина Лубинская, старший лидер, 12%. Россия. Надежда Лукашова, старший лидер, 12%. Россия. Марина Лукьянова, старший лидер, 12%. Россия. Алла Майнсунова. Майнусова, извините. Старший лидер, 12%. Россия. Наталья Малеева, старший лидер, 12%, Казахстан. Ирина Мартыненко, старший лидер, 12%, Украина. Елена Межунова, старший лидер, 12%, Россия. Наталья Минович, старший лидер, 12%, Беларусь. Кстати, вот у нас недавно очень много начало появляться именно топ-лидеров с Беларуси. Скорее всего, это связано с тем, что там был кризис, люди искали подработку, начали регистрироваться, во всем разобрались и начали расти. Когда Аня не может выговорить фамилию, ваша фотка показывается дольше. Во, это точно! Да, вот. Итак, Ольга Мищенко, старший лидер, 12%, Украина. Юлия Моторыкина, старший лидер, 12%, Украина. Ирина Музычук, старший лидер, 12%, Казахстан. Да, все очень красивые у нас лидеры, замечательные. Ну как же, компания Faberlic, это же косметика номер один. Раз уж мы сюда пришли, конечно же, мы следим за собой. Анастасия Мустафаева, старший лидер, 12%, Азербайджан. Индира Мухамеджанова, старший лидер, 12%, Казахстан. Ой, спасибо, Юлечка. Алена Кучма, старший лидер, 12%, Россия. Инна Осадча, старший лидер, 12%, Украина. Наталья Осадчук, старший лидер, 12%, Россия. Елена Пивоварова, старший лидер, 12%, Казахстан. Евгения Пономарева, старший лидер, 12%, Украина. Татьяна Потапова, старший лидер, 12%, Россия. Вита Примак, старший лидер, 12%, Украина. Боже мой, сколько будущих директоров, а? Посчитали? Я уже с счета сбилась. Наталья Приходченко, старший лидер, 12%, Казахстан. Татьяна Романова, старший лидер, 12%, Россия. Аленочка Рубцова, старший лидер, 12%, Россия. Елена Ряполова, старший лидер, 12%, Россия. Альфия Сафина, старший лидер, 12%, Россия. Галина Сгибнева, старший лидер, 12%, Россия. Международный, Елена, международный будет. Да, Аленочку всех ждем на 15. Лариса Сердюцкая, старший лидер, 12%, Россия. Вот, Ксения Сидорченко, старший лидер, 12%, Россия. Анюта Скопина, старший лидер, 12%, Россия. Наталья Смирнова, старший лидер, 12%. Ирина Спица, старший лидер, 12%, Украина. Танюша Спринчак, старший лидер, 12%, Украина. Марина Суркова, старший лидер, 12%, Россия. Вероника Сурыгина, старший лидер, 12%, Россия. Наталья Сырыца, старший лидер, 12%, Беларусь. Анастасия Устинова, старший лидер, 12%, Россия. Галина Фистина, старший лидер, 12%, Россия. Людмила Черкасова, старший лидер, 12%, Украина. Топ-лидеры проекта
Также Галина Черняк, старший лидер, 12%, Украина. Елена Шелест, старший лидер, 12%, Украина. Виктория Шпегель, старший лидер, 12%, Украина. Елена Шушакова, старший лидер, 12%, Казахстан. Ирина Щетникова, старший лидер, 12%, Россия. Альбина Юланова, старший лидер, 12%, Россия. Евгения Яцкова, старший лидер, 12%, Россия. Так, все, по-моему, все, замечательно, да? Вот у нас сколько старших лидеров. Дорогие коллеги, ждем вас всех на 15 и на 19 трехнедельный каталог. Можно и два уровня, и две ступени вверх покорить. И, конечно же, на 12 и на 19 ваши выплаты будут намного выше и будут вас радовать. Конечно же, ваши новички, если вы вырастите, тоже вырастут и тоже начнут очень хорошо зарабатывать. А сейчас мы с вами поздравим всех лидеров от 15% по маркетинг-плану. Кто же такие эти лидеры? У них товарооборот идет уже от 1500 баллов. Да? И, конечно, если топ-лидеры с 12% посещают вебинары, то там мы их обучаем, как правильно строить структуру, чтобы их выплаты стали выше, лучше и больше. И, конечно же, с 15% очень многие уже могут заключать договор с компанией и оформлять перевод денежных средств на расчетный счет в банке. Именно с этого уровня лидеры уже начинают получать не только наличные деньги, но еще и стаж, потому что наша компания работает только официально, только легально и только через белые прозрачные доходы. Поэтому поздравляем всех 15% лидеров по маркетинг-плану. Это просто невероятно классно, да, это всего лишь две ступеньки до директора. Вот, итак, Анна Авдонина, вице-директор, 15%, Россия. Маргарита Балакина, вице-директор, 15%, Россия. Лариса Байко, вице-директор, 15%, Украина. Людмила Браем, вице-директор, 15%, Украина. Галина Гайсина, вице-директор, 15%, Россия. Светлана Ганиева, вице-директор, 15%, Казахстан. Ольга Демченко, вице-директор, 15%, Россия. Марина Дроздова, вице-директор, 15%, Казахстан. Ольга Дубинич, вице-директор, 15%, Россия. Светлана Дударева, вице-директор, 15%, Россия. Ольга Дьяченко, вице-директор, 15%, Казахстан. Ирина Игнатова, вице-директор, 15%, Казахстан. Ирина Каменева, вице-директор, 15%, Россия. Ульяна Кириллова, вице-директор, 15%, Россия. Татьяна Князева, вице-директор, 15%, Украина. Виктория Каморная, вице-директор, 15%, Украина. Наталья Копытова, вице-директор, 15%, Россия. Елена Корнеева, вице-директор, 15%, Киргизия. Елена Коробейникова, вице-директор, 15%, Россия. Да, это на самом деле, это армия, причем сильная армия, так ведь? Уже 15% это 1500 баллов от 1500, да? Лена Кореева, 19%, да? Ну, поздравляем Леночку, поздравляем. Корнева, да? Угу. Хорошо, будем поздравлять на 19%. Леночка, поздравь, пожалуйста, когда я буду поздравлять старших вице-директоров. Да, на вершине, в шаге от директорства, на самом деле так. Алена Кучма, вице-директор, 15%, Россия. Юлия Левашова, вице-директор, 15%. Вот смотрите, Юлечку два раза поздравили с 12 и с 15. Видите, из той презентации не удалили, а в эту поставили. Поэтому Юлю мы два раза поздравили, у нас так получилось, да? Ольга Ложкина, вице-директор, 15%, Россия. Да, вот, Ирина Мясникова, вице-директор, 15%, Россия.
Елизавета Наконечникова, вице-директор, 15%, Россия. Екатерина Панина, вице-директор, 15%, Россия. Оксана Парамонова, вице-директор, 15%, Россия. Татьяна Протасова, вице-директор, 15%, Россия. Ольга Пухова, вице-директор, 15%, Россия. Марина Русевич, вице-директор, 15%, Россия. Ой, Беларусь, Беларусь была. Ирина Рыбникова, вице-директор, 15%, Россия. Акнур Сарпабаева, вице-директор, 15%, Казахстан. Кстати, очень целеустремленный лидер. Молодец, умница просто. Марина Сачок, вице-директор, 15%, Россия. Кристина Сердечная, вице-директор, 15%, Россия. Елена Сидоренкова, вице-директор, 15%, Россия. Анна Слюсаренко, вице-директор, 15%, Россия. Дарья Сазиева, вице-директор, 15%, Россия. Аленочка, напиши, пожалуйста, что и меня, а то я уже переписку не вижу предыдущую. Людмила Соколовская, вице-директор, 15%, Россия. Ирина Устинова, вице-директор, 15%, Россия. Анна Ушакова, вице-директор, 15%, Украина. Людмила Филоненко, вице-директор, 15%, Россия. Ольга Ханжина, вице-директор, 15%, Россия. Любовь Хутная, вице-директор, 15%, Беларусь. Сергей Хяникяйнен, вице-директор, 15%, Россия. Ольга Чернова, вице-директор, 15%, Россия. Елена Шабанова, вице-директор, 15%, Россия. Лев Шалагин, вице-директор, 15%, Казахстан. И меня два раза, да? Ну, Аленочка, просто супер. Вот. Виктория Шевченко, вице-директор, 15%, Украина. Юлия Шереметьева, вице-директор, 15%, Россия. Светлана Шулакова, вице-директор, 15%, Россия. Ирина Шумакова, вице-директор, 15%, Россия. Уже в платьишках от Фаберлик все, как здорово. Ну что ж, поздравляем, ура, ура нашим вице-директорам. 15% это круто, 15% это серьезно. И хотя с командой еще работать и работать, но у вас уже есть команда. И довольно-таки надежная команда. И это здорово, и это классно, и это просто великолепно. Идите вперед. Да, как когда-то мне мой наставник сказал, идите вперед. И не смотрите по сторонам. И вы увидите в итоге, как вы прошли, а некоторые сдались, да? То есть, если мы с вами идем вперед, мы потом будем видеть, как остальные сдаются. И 15-процентный уровень – это довольно так и серьезно. Да, обалденное название города. Да, вы там были, я надеюсь, красивый настеж город. Вот. Итак, сейчас мы с вами будем поздравлять 19-процентных лидеров. Это старшие вице-директора. Их товарооборот от 2000 баллов до 2999. Да, то есть это уже без пяти директора. И, конечно, всех, кого мы сейчас поздравим, в 19-процентных лидеров, мы очень-очень всей душой и сердцем вам желаем открыть директора. И уже в следующем каталоге быть на поздравлялках в этом прекрасном, шикарном, престижном статусе. Итак, начнем. Наши без пяти директора. Татьяна Шалобродова, старший вице-директор, 19%. Ольга Автаева, старший вице-директор, 19%. Россия. Да, надо успешно, успешно. Только вперед, только вверх. Татьяна Арнст, старший вице-директор, 19%. Светлана Бабикова, старший вице-директор, 19%. Елена Баланаева, старший вице-директор, 19%. Забыла говорить страны. Россия.
Ольга Бирюкова, старший вице-директор, 19%. Россия. Екатерина Ваганова, старший вице-директор, 19%. Россия. Ольга Васильева, старший вице-директор, 19%. Россия. Галина Ватлина, старший вице-директор, 19%. Россия. Людмила Виноградова, старший вице-директор, 19%, Россия, тоже в платьишке от Фаберлик. Юлия Витальева, старший вице-директор, 19%, Россия, тоже платьишко от Фаберлик. Зина Войткова, старший вице-директор, 19%, Россия. Арминуи Гаспарян, старший вице-директор, 19%, Россия. Екатерина Гезима, старший вице-директор, 19%, Россия. Елена Гилева, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Голованова, старший вице-директор, 19%, Украина. Елена Гончарова, старший вице-директор, 19%, Беларусь. А вы заметили, что все, кого мы поздравляем, вы вот обратите внимание на взгляд наших топ-лидеров. Вы вот прямо умные, добрые глазки, да, вот умный, добрый взгляд, потому что в нашем бизнесе на самом деле растут всех быстрее умные и добрые, целеустремленные люди. Да, все счастливые, все прям очень сильно любят жизнь. У всех вот в глазах светятся вот эти вот огоньки, этот вот азарт. Обратили внимание на взгляд наших лидеров? Да, какие они у нас добренькие и хорошенькие, да? Диана Гумерова, старший вице-директор, 19%. Светлана Дикусар, старший вице-директор, 19%. Наталья Долотова, старший вице-директор, 19%. Кристина Драгой, старший вице-директор, 19%. Светлана Дубенецкая, старший вице-директор, 19%. Опять со странами забываю. Украина. Да, Елена Дюкре, старший вице-директор, 19%, Россия. Анастасия Егорова, старший вице-директор, 19%, Россия. Марина Ершова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ирина Есина, старший вице-директор, 19%, Россия. Елена Жмак, старший вице-директор, 19%, Казахстан. Да, я в Юдашкине. Виталий Зюзин, старший вице-директор, 19%, Россия. Людмила Иванова, старший вице-директор, 19%, Украина. Ирина Исмагулова, старший вице-директор, 19%, Казахстан. Анастасия Казанова, старший вице-директор, 19%, Россия. Юлия Карасева, старший вице-директор, 19%, Россия. Куаныш Карымсакова, старший вице-директор, 19%, Казахстан. Валерия Киселева, старший вице-директор, 19%, Беларусь. Татьяна Киселькова, старший вице-директор, 19%, Россия. А вот почему-то я не сняла, Катюш. Я быстрее на себя одела, все бирки оторвала, прошу прощения, правда, даже не догадалась снять, так хотелось уже быстрее одеть. Но очень удобное платье, такое комфортное, кожа в нем дышит. Ирина Комарова, старший вице-директор, 19%, Россия. Александра Компенсенко, старший вице-директор, 19%, Россия. Лариса Кондратьева, старший вице-директор, 19%, Россия. Владимир Конзин, старший вице-директор, 19%, Россия. Маргарита Курова, старший вице-директор, 19%, Россия. Давайте аплодисменты, аплодисменты будущим директорам, чтобы все вышли до единого у нас директора, чтобы у нас взрыв был по росту. Тем более каталог трехнедельный, тем более для мужчин коллекцию выпустили. Девчонки, растем. Юлия Лопытова, старший вице-директор, 19%. Ирина Максиян, старший вице-директор, 19%. Марина Мальцева-Близнецова, старший вице-директор, 19%.
Елена Мелихова, старший вице-директор, 19%. Екатерина Микса, старший вице-директор, 19%. Гульнас Нурыева, старший вице-директор, 19%. Светлана Павлова, старший вице-директор, 19%. Татьяна Петрага, старший вице-директор, 19%. Беларусь. Ирина Попова. Так, Ирину Попову мы уже поздравляли с 15, она еще и есть 19. Ириночка, поздравляем тебя дважды. Казахстан. Елена Прилепина. Она у нас уже открыла директора по итогам каталога. Наталья Прокопьева, старший вице-директор, 19%. Россия. Людмила Саханская, вице-директор, 19%. Россия. Да, Ольга Симушина, старший вице-директор, 19%. Россия. Ирина Сигида, старший вице-директор, 19%. Украина. Елена Соколова, старший вице-директор, 19%. Россия. Марина Соловьева, старший вице-директор, 19%. Россия. Олеся Соляк, старший вице-директор, 19%. Россия. Да, вот самое классное, что это было в двухнедельный каталог. Да, кто-то там, ой, я не подтвержусь, Алена взяла и сделала. Вот это классно, да? Вот, Ирина Тихонова, старший вице-директор, 19%. Украина. Ольга То, старший вице-директор, 19%. Россия. Екатерина Тур, старший вице-директор, 19%, Беларусь. Ирина Шагина, старший вице-директор, 19%, Россия. Алена Шафеева, старший вице-директор, 19%, Россия. Татьяна Шиндина, старший вице-директор, 19%, Россия. Анастасия Шиянова, старший вице-директор, 19%, Россия. Умница, самостоятельная, очень самостоятельная, мало вопросов, растет. Вот каждые два каталога новый уровень. Уверенно растет и растет. И видео снимает, и все снимает. Вообще молодец. Алена Шолохова, старший вице-директор, 19%, Россия. Все, закончились 19-процентные топ-лидеры. Ну что ж, я хочу вам пожелать, 19-процентные топ-лидеры, мы вас всех зовем в директора. Дорогие лидеры, вы на вебинаре? Кого поздравляли на вебинаре, поставьте плюсики. Поставьте плюсики, кто на вебинаре. Я вас поздравляю, дорогие плюсики, и всех жду на директоре. Прям всех, всех, при всех. Что такое 1000 баллов от 19 до 23%? Это всего лишь 1000 баллов, да, вас отделяет. Сколько это человек, которые пойдут у вас по стартовой программе? Сколько? Совсем чуть-чуть, да? Кто умеет считать? 1000 разделить на 50. Да, у кого-то уже и меньше, потому что чуть-чуть кому-то уже не хватало до директорства, да? 20, молодцы, я вас всех жду в директорах. Все умницы, красавицы, конечно, мы с вами вместе все сможем. Самое главное, зовите новичков на вебинары и продолжайте свой рост. Я тут, но не поздравили. Светлана, напишите, пожалуйста, свою фамилию, мы вас обязательно поздравим. И напишите свой процентный уровень. Скорее всего, просто была ошибочка какая-то, да? У нас вот уже 3 ошибочки было, вы 4-я. Приносим свои извинения и, конечно же, вас поздравляем. Вы тоже старший вице-директор, 19%, да, Светочка? Да, может быть, просто фото не высылали свое директору. Да, у нас топ-лидеры сами фото для доски почета высылают. А потом мы это фото с доски почета берем и собираем каждую среду от начала каталога, собираем всех на поздравлялки, да? Да, поздравляем Светочку, молодец, и ждем, конечно же, тоже в директорах. Конечно, всем ярких побед. Итак, а сейчас у нас пойдут директора. Это те, кто уже имеет престижный статус, у кого уже открыт договор с компанией, у кого уже идет стаж, да, у кто уже, кто-то уже открыл свои агентские пункты и так далее, да, то есть директора — это уже сила, это уже положительная энергетика, это уже
Те лидеры, которые уверены в себе, это лидеры, которые уже менее подвержены стрессам, да, и могут заразить своим позитивом всю свою команду. Итак, давайте же поздравлять. Да. Ну, с другой стороны, Юлечка, это очень радуется. Ольга Демченко, я тоже 19%, а меня поздравили с 15%. Давайте же, дорогие коллеги, поздравим Олечку Демченко с 19% и будем ждать ее в директорах по итогам каталога номер 4. Олечка, мы тебя поздравляем, дорогая наша, и обязательно вышли Николай Андрейко свою фотографию и напиши, что ты была на 19%, и мы всех поместим на доску почета. Будем очень рады, если там прибавится еще несколько лидеров. Вы наша гордость, мы вас очень любим, поэтому поздравляем вас всех. Итак, Ольга Амелина, директор, 23%, Россия. Или сразу в директора, вот это вообще вот супер, Лен. Татьяна Андреева, директор, 23%, виделась с Танюшей в Казани. Такая классная, положительная девчонка, очень приятно с Танюшей было пообщаться. Да, погуляли мы с ней в аквапарке и везде, просто супер человек, один сплошной позитив. Аня, скажите, почему декольте открыто у девочки на фото? Ну, я не знаю, может, ей нравится такое декольте. Ой, ну, я пока не знаю, Леночка. Я, конечно, стараюсь ездить, но тут, конечно, мы пока немножечко, нам надо дома посидеть по семейным обстоятельствам. Но в сентябре мы снова поедем на ассамблею Faberlic в Москве, которая будет в гостином дворе, будет круто, будет 20-летие компании, поэтому все директора будут приглашены на это крутое мега-мероприятие, поэтому старайтесь, растите. Можно всем, кто открыл 23%, можно будет всем, да, только директорам. Директора могут быть открытые, но чтобы они были полноценные, да, чтобы вот самое главное. Итак, поздравляем Танюшу Андрееву с директорством. Ирина Архангельская, директор, 23%, Россия. Извините, но делением размножаться не буду. Вот, Татьяна Белич, директор, 23%, Россия. Юлия Белоусова, директор, 23%, Украина. Надежда и Александр Билик, директора, 23%, Россия. Еще одна семейная пара, молодцы. Ирина Бабкова, директор, 23%. Кстати, быстрый старт, очень быстрый старт. Ириночка открыла директора, по-моему, за 50 с чем-то дней работы. Антон, напиши, пожалуйста, Россия. За 53 дня работы, да, вот. Это я просто, вот, знаете, вот, надо вроде бы как Ирину и поздравить, а я села, рот открыла и потеряла дар речи, да, вот как раз настал тот момент, когда нет слов, да, то есть, вот, Ирина Богородская, директор, 23%, Россия. Да, Ириночка, это директор, работающий на земле, то есть работающий методом офлайн. Да. Елена Бондарь, директор, 23%, Украина. Ольга Буланова, директор, 23%, Россия. Валентина Веселова, директор, 23%, Россия. Олеся Войтенко, директор, 23%, Казахстан. Анна Габанкаева, директор, 23%, Казахстан. Татьяна Гартингер, 23%, Россия, тоже недавно с Танюшей видались в Новосибирске. Алена Гридина, директор, 23%, Украина. Каролина Денисюк, 23%, Украина. Тоже видались с Каролиной на Украине, но она еще тогда не была директором, а сейчас, смотрите, уже в директорах. Татьяна Драгунова-Родионова, директор, 23%, Россия. Анна Зарубина, директор, 23%, Россия. Мария Зелик, директор, 23%, Россия.
Марина Иваненко, директор, 23%, Казахстан. Камила Идрисова, директор, 23%, Казахстан. Вот, кстати, совсем недавно я видела на фотографии, что Камила ездила на зимнюю конференцию, и у нее есть фотографии с Николаем Андрейко, что она там виделась, да. Вот, Татьяна Ильченко, 23%, Россия. Юлия Казанская, 23%, Россия. Екатерина Каташинская, 23%, Украина. Светлана Клевачева, 23%, Россия. Виделись со Светочкой в Нижнем Новгороде. Оксана Комарова, 23%, Россия. Тоже в Нижнем Новгороде с Оксаночкой виделись. Юрий и Ольга Корнеевы, тоже отличная, позитивная, классная семейная пара. 23% директора. Тоже приезжали на Коле на встречу в Воронеже. Оксана Крысенко, 23%, Казахстан. Юлия и Виталий Макликовы, директора, 23%, тоже шикарная семейная пара, очень целеустремленная. Оба умеют и вебинар проводить, и видео снимать, и в чатах всем помогают. Низкий вам поклон, дорогие Макликовы. У них есть и агентский пункт, и все. Людочка Матвеева, директор, 23%, Россия. Владимир Овчаренко, директор, 23%, Россия. Вот, кстати, вот недавно тоже видели на Украине их, они еще были, по-моему, процентах на 6, если я не ошибаюсь. Да, каждый вставал, рассказывал свою историю успеха, и вот тоже Владимир и его жена открыли очень быстро директоров. Екатерина Павленко, директор, 23%, Россия. Ольга Пенина, директор, 23%, Россия. Татьяна Прокудина, директор, 23%, Казахстан. Евгения Путинцева, директор, 23%, Россия. Марина Сакулина, директор, 23%, Россия. Екатерина Селиверстова. Ой, Катюш, я твою фамилию, слава богу, правильно сказала. Директор, 23%, Беларусь. Тоже с Катюшей видались в Белоруссии. Мало того, не только видались, но познакомились с ее сорванцами и жили у нее 3 дня у Катюши. Она нам организовывала весь отдых. Все-таки неправильно, да? Селиверстова. Трова. В общем, Катюш, прости, ты уже, наверное, привыкла. Да. Олечка Тарасевич, директор, 23%. Беларусь. Тоже виделись, когда приезжали осенью в Беларусь с Олей. Жанна Тарасова, директор, 23%. Россия. Угу, да, вот так. Ой, Женечку, обязательно, Женечка, умница, поздравляем тебя с первым месяцем работы в своем пункте выдачи в Батайске. Умница, с нуля 120 тысяч оборота, вот это да, вот это молодец, Женечка, поздравляем тебя, умница, красавица и еще и такая сильная прямо, посмотри-ка, как выросла, да? Вот, конечно, будет, Ириночка, запись. Майя Тонконогова, директор, 23%. Екатерина Цаплина, директор, 23%. Россия. Оксана Шамшина, директор, 23%. Россия. Елена Шаталова, директор, 23%. Беларусь. Елена Шевчук, директор, 23%. Россия. Оксана Шеремета, директор, 23%, Украина. Татьяна Арапова, директор, 23%, Россия. Галина Ассаулова, директор, 23%, Россия. Марина Беда, директор, 23%, Россия. Дарья Бессонова, директор, 23%, Россия.
Екатерина Зубенко, 23%. Россия. Катюш, жду тебя на старшем директоре. Я точно помню наш с тобой разговор по итогам прошлого каталога, что тебе чуть-чуть не хватило до старшего директора. Совсем капельку. Там, по-моему, 100 с чем-то баллов не хватало. Поэтому ждем Катюшку на старшем директоре в этом каталоге. Юлия Карабанова, директор, 23%. Любовь Медведева, директор, 23%. По-моему, мы Любу со старшим директорством поздравляли. Оксана Милентьева, директор, 23%. Наталья Порфирьева, директор, 23%. Виделись с Натальей в Казани. Очень приятно, что вы приезжаете к нам на встречи. Коля, ко мне. Для нас это очень много значит, дорогие наши лидеры. Ольга Пчельникова, директор, 23%. Ирина Ребенок, директор, 23%, Россия, тоже платьишки от Фаберлик. Арзуру Бан, директор, 23%, Россия. Оксана Рущак, директор, 23%, Украина. Да, страны, страны. Татьяна Сосновская, директор, 23%, Россия. Наталья Цыплакова, директор, 23%, Казахстан. Юлечка Андрейка, старший директор, Украина, тоже виделась с Юляшкой. Это такой позитивный человек, но не только позитивный, она еще и пробивная. Если она за что-то возьмется, это эге-гей. Да, Юлечка, это не только директор нашего проекта, это родная сестра Николая Андрейка, и сейчас они работают в паре, и, конечно, да... Она не только умница и красавица, но еще и очень такая целеустремленная, пробивная, да, вот я с ней знакома лично. Альфия и Азамат Ахмедзяновы, старшие директора, да, уже пошли старшие директора, вы заметили, поздравляем, Россия. Таечка, вас забыли, Таечка, поздравляем тебя, дорогая, Таис, старший директор, да, или просто директор? Тая, напиши нам, пожалуйста, директор, да, давайте поздравим Таю с уровнем директора, да, умница, красавица, Таечка, наш косяк, но в группе ты вывешена, в группе мы точно тебя поздравили, и на доске почета ты есть, дорогая, да, поздравляем Таисию, да, Таечка, не обижайся на нас, мы тебя очень любим, да. Да, и Арсения тоже. Арсению прям поцелуй посылай. М-м-м. Арсений, молодец. Жене помогай. Молодец. Да, поздравляем. Итак, Ольга Васильева, старший директор, Россия. Олеся Владимирова, старший директор, Россия. Жанетта Вяткина, старший директор, Казахстан. Александра Гаранжа, старший директор, Украина, тоже с Сашенькой виделись, такая простая, классная, позитивная девчонка. Татьяна Гусева, старший директор, Россия, виделись с Танюшей в Москве на ассамблее. Тоже улыбчивая такая, приятная в общении, очень культурная. Ольга Дубяга, старший директор, Россия. Евгений и Елена Зиновьевы, старшие директора, виделись с ними в Москве, да, тоже хорошая такая пара семейная, тоже растут вдвоем. Татьяна Лебедева, старший директор, Россия, ну, с Танюшей я вижусь почти каждый день, это моя сестра родная. Нина Маркина, старший директор, Россия, Ниночка, очень зову тебя уже повидаться в Москву на ассамблею. Марина Михейкина, старший директор, Россия. Ой, Ниночка, очень рада за тебя. Поздравляем, Ниночку. Ирина Николаева, старший директор, тоже уже подтвердила, тоже виделись в Казани с Ириночкой. Елена Потанина, Кыргызстан, старший директор. Наталья Полякова, старший директор, Россия. Так, Марина Михейкина, старший директор. А что это у меня залисталось? Само листается. Так. Наверное, кто-то второй раз захотел поздравиться, да? Так, минуточку. Елена Потанина поздравляли.
Так, Наталья Полякова, старший директор, Россия. Юлия Потапенко, старший директор, Беларусь. Галина Селитренникова, старший директор, Россия. Галина Станкова, старший директор, Россия. Валентина Щенникова, старший директор, Россия. Наверное, самый позитивный человек с нашего проекта, которого я знаю только. Это наша Валентиночка. Оксана Анайка, старший директор, Украина. Виделись с Оксаной, она приезжала к нам с Украины прямо на ассамблею директоров. Было очень приятно с Оксаночкой повидаться. Анна Вилкова, старший директор, Россия. Татьяна Даянова, старший директор, Россия. Танюша Коркина, старший директор, Россия. Анастасия Мазур, старший директор, Россия. Мария Назарова, старший директор, Россия. Ольга Повстяна, старший директор, Украина. Маргарита Реброва, старший директор, Россия. А какие глюки? У всех глюки? Татьяна Русакова, старший директор, Беларусь. У кого-нибудь есть глюки? Было маленько, но ничего страшного, бывает. Валентина Скоморохова, старший директор, Россия. Екатерина Соцкая, старший директор, Россия. Виделись с Катюшей в Новосибирске на зимней конференции. Вера Тыщенко, старший директор, Казахстан. Анастасия Цыганова, старший директор, Россия. Тоже с Настюшей мы виделись на ассамблее в Москве. Анюта Атамась, серебряный директор, Украина. Серебряные директора пошли, это две серебряные веточки и 1500 баллов ЛГ от полутора, да? Но Анюта, вам приоткрою завесу тайны, вот-вот-вот на днях может стать рубиновым директором, да? Вот, конечно, с Анюточкой мы уже виделись в Украине, тоже здорово, тоже позитивная очень девчонка, классная, вот. И поехали с вами дальше. Виктория Карапина, серебряный директор, Россия. С Викусей мы тоже виделись в Москве на ассамблее. Да, Владимир Кипин, серебряный директор, Россия. Владимир у нас с вами получил номер один по росту в Новосибирском регионе, да, по групповому обороту, номер один. Катюша Соцкая, кстати, номер три получила. Ириночка Тихонова, серебряный директор, Россия. Виделись с ней в Казани. Дарья Пахильчук, серебряный директор, Россия. Ирина Ткаченко, золотой директор, Россия, Казахстан. Валентина Захарова, рубины, рубины пошли. Где ваши аплодисменты? Валентина Захарова, рубиновый директор, Россия, полярный. Евгения Клочкова, рубиновый директор, Россия. Снежана Лоскутова, рубиновый директор, Россия. Двойной быстрый старт. Татьяна Сафронова и ее муж Сергей Попирайко, рубиновые директора, Украина. Николай Андрейко, национальный директор, подтвердил уже элитного. Ура, Коля, поздравляем тебя! Посмотришь записи. Ну и мы с мужем Анной Антон Кононовой, старшие национальные директора. Ну что ж, на этом все. Ровно в час мы уложились в наши поздравлялки, дорогие коллеги. Еще раз вам низкий поклон. Еще раз вам спасибо за все, за ваш труд, за ваше внимание, за ваше трудолюбие, за вашу целеустремленность, потому что интернет-проекта без вас бы не было. Спасибо вам огромное за веру в проект, за доверие в проект. Это очень важно, что вы нам доверяете, что вы идете за нами, а мы, в свою очередь, обязуемся сделать все возможное, чтобы вам как можно быстрее расти, как можно качественнее расти и все тому подобное, да? Ага, в конце сюрприз, не отключайтесь. Андрейка, Николай Андрейка, это мой наставник с Украины, да, мой дорогой наставник. Итак, дорогие коллеги, я всем желаю роста, удачи, везения,
во всем вдохновение. Я сейчас отключаюсь, и какой-то сюрприз нам устроил. Да, какой-то сюрприз нам устроил. Ну, как сказать, по званию, может, да, по званию мы обогнали, но по выплатам нет. Потому что Коля уже в компании более 5 лет, по-моему, и у него уже в структуре рубиновые директора, да, у нас еще пока рубиновых, к сожалению, нету, и, конечно, по выплатам рулит именно Николай. Вот, да, вот, если быть предельно честной, да, вот. Илья, скажи, пожалуйста, мне отключиться? Что за сюрприз? Я прям не могу, тру руки. Мне отключиться, чтобы ты подключился, да? Не работает сюрприз? А что случилось? Может, из-за того, что я? А может, просто ссылку в чат послать? Что за сюрприз? В виде видео, да? Покажем в следующий раз? Эх ты! Может, все-таки получится? Сегодня будет на Ютубе. Хорошо, разошлем по чатам, дорогие коллеги, сюрприз. Да, Распоповых мы не забыли, они у нас бриллианты. Да, Таня Распопова и Саша Распопов открыли бриллианты. Так. Сюда сюрприз. Так, давайте. Илья, а если я попробую отключиться? А вот вижу Казань. Казань. Что-то вижу с Казанью. Давай нажму на нее. Что-то, по-моему, получается. Да, Танечку мы очень даже хорошо поздравили, да, и ждем их и в Доминикане, и ждем их и на ассамблее. Это просто супер-супер замечательная пара, самая лучшая, наверное, самая такая добрая. Так они, ой, ну прям не могу, как они мне нравятся. Танюшенька и Сашенька, правда, не работает. Илья, а скинь. Что ж, дорогие коллеги, тогда еще раз желаю всем удачи, везения, во всем вдохновения, всем как минимум 2 уровня вверх, 3-недельный каталог с мужской коллекцией. Это просто супер, это просто классно. Сюрприз мы позже разошлем по чатам обязательно. Не знаю сама, что за сюрприз, меня тоже Илья заинтриговал. Будем ждать с нетерпением. Запись вебинара я разошлю по чатам, и, конечно же, она будет на нашем командном канале YouTube. А в разделе «Вебинары о работе» можете взять там. Всем пока-пока. Огромное спасибо за то, что вы пришли на вебинары, за то, что вы пришли порадоваться за себя, за лидеров в компании. Для нас это очень-очень важно. Всех люблю, всех целую. До свидания.